Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. So, reading Nectar of Instruction, text number 8. Сегодня мы читаем Нектар наставлений, текст 8. Тамна марупа чаритади сукиртанану смритьо крамена расанам манаси ниоджья тиштан браже тад анураги Jananagami kalam nayad akilam iti upadesha sharam. Tadyana. Tanna marupa charitati sukirtanano smrityo kramena rasana manasi niyocha tishtam rajeta tanuragi jananugami kalam nayad akilam iti upadesha sharam. Is Brajarani there? Матаджи Браджарани, вы здесь? It seems to me not yet. No, okay. Adridan, is there? Tanna marupa charitadi sukirtanano smritio kramena rasanama nasini yojya Тиштан враджета на нураги джана нугани Калам на ета килам итью падеша сарам. Okay. Someone else like to try? Еще кто-нибудь хочет прочитать? Стих есть в чате. Меня слышно? Да. Ой, ну слава богу, я прочитаю. Что-то у меня там случилось.
Тамана рупа чарита дису киртана нум смритьо храме наратана манасиньо джая титхан раджета тануранги гьянанугами калам наед акхилам упаде шатарам. Раджарани матажа. Окей. Перевод стиха. Все наставления сводятся к следующему. Необходимо стремиться все время, 24 часа в сутки, сосредоточенно повторять Божественное имя Господа, воспевать Его трансцендентный образ, качества и вечные игры, и всегда помнить о них, постепенно занимая ими свой язык и ум. Для этого следует поселиться во Врадже, Галоке Вриндавана Дхаме, и служить Кришне, выполняя указания преданных. Необходимо идти по стопам возлюбленных преданных Господа, которые очень привязаны к преданному служению Ему. Okay. So, previously, we've been hearing about devotional service according to the rules and regulations. И до этого мы слушали о преданном служении, которое основывается на правилах и предписаниях. Now Rupa Goswami is going on to describe about the spontaneous devotional service, which is called Raganuga Bhakti. И теперь Рупа Госвами описывает спонтанное преданное служение, которое называется Рагануга Бхакти. We should understand that it's very wrong to think that we're qualified to go into this Raganuga Bhakti without very carefully going through the principles of sadhana bhakti. И это очень неправильно думать, что мы можем войти на уровень Рагануга Бхакти без должного следования принципам sadhana bhakti. And the sadhana bhakti requires that we purify the heart, that we get rid of all the anattas from the heart. И sadhana bhakti требует того, чтобы мы очистили свое сердце и изгнали оттуда все анатты. Anatta means all the dirty things in the heart, all the accumulation of material desires and attachments which we have to the material world. All of these things have to be purified by sadhana bhakti through the rules and regulations. И анартха значит очищение сердца от всех нежелательных грязных вещей, как то привязанности к материальным вещам через с помощью sadhana bhakti. На основе правил и предписаний. We are often in the condition that we struggle to follow the four regulative principles and to keep 16 rounds up a daily, we struggle. So to do this kind of thing which is described now in this verse is far beyond our ability. И мы каждый день сражаемся со свои 16 кругов за следование четырем регулирующим принципам, но деятельность, которая описана в данном стихе, она находится гораздо выше всего этого. However, Rupa Goswami has described this because Lord Chaitanya Mahaprabhu instructed this process to Sanatan Goswami. И Рупа Госвами описывает все это, потому что Господь Чайтанья описал этот процесс Санатани Госвами. It's there in the Chaitanya Charitamrita, in the Madhya Lila, chapter 22. И это описано в Чайтанья Чаритамрите Мадья Лиле в 22 главе. So there, we should understand the position of the residents of Vrindavan, who are eternal associates of Lord Krishna, that they're on a very advanced platform. И мы должны понимать положение жителей Вриндавана, которые являются вечными спутниками Господа Кришны, которые находятся на трансцендентной платформе. They are all Nityasiddha devotees. They're eternally liberated. They have no material desires. И все они являются преданными нити ситхи, и все они вечные освобожденные души, у них нет материальных желаний. So this process of Raganuga Bhakti is
trying to follow in the footsteps of these great devotees of Vrindavan. И процесс Рагануга Бхакти — это попытка следовать по стопам этих жителей Вриндавана. So Srila Prabhupada begins his purport to this verse by describing about the condition of the mind, how the mind can be the friend or the mind can be the enemy. И Шрила Прабхупада начинает комментарий к этому стиху, к тому, с того, что ум, с писания ума, с того, что ум может быть как нашим другом, так и нашим врагом. Right. We have to make the mind a friend by training it in the principles of Krishna consciousness. И мы должны сделать ум своим другом, тренируя его на основе принципов сознания Кришны. Our mind, of course, does not like Krishna consciousness, often rebels against the principles of Krishna consciousness. И наш ум не любит сознание Кришны, часто он идет против принципов сознания Кришны. Our mind is not so eager to hear about Krishna. Mind doesn't like us to chant Hare Krishna. Ум не хочет слушать о Кришне, ум не хочет повторять Hare Krishna. So it takes time to train the mind to get used to these things. И требуется время, чтобы натренировать ум, вовлекаться во все эти вещи. One has to be very careful, very diligent, very strict in dealing with the mind. И человек должен быть очень строг и очень осторожен со своим умом. Just like dealing with children, you know, children when they're young children up to the age of 15, parents should be quite strict with the children. Вы знаете, вот как маленькие дети, когда они еще не достигают возраста 15 лет, то родители должны быть очень строги с ними. Once they grow up, then you make friendship with them. It's a different relationship. И когда они вырастают, вы уже с ними взаимодействуете как друзья. Это разного рода отношения. So similarly with the mind, mind is like a young child, we have to be quite strict with the mind. И подобным же образом действует ум, он похож на маленького ребенка, и мы должны быть с ним строги. We have to cultivate the mood of surrendering to Krishna, doing everything for the pleasure of Krishna. И мы должны развивать настроение предание Кришне, настроение, действия, активности, все делание ради Кришны. If we cannot control the mind, then we will never be able to practice this kind of yoga, which is this Raganuga Bhakti. Если мы не научимся контролировать ум, то мы никогда не сможем практиковать эту йогу, эту Рагануга Бхакти. So, in order to control the mind, we have to have purified the heart. И чтобы контролировать ум, мы должны очистить свое сердце. It takes a lot of endeavor for us to control, to learn to train the mind. И у нас требуется очень много усилий, чтобы научиться контролировать, натренировать свой ум. Prabhupada had written in the very beginning of this book, in the preface, that everything depends on the attitude of the disciple. So the attitude, that's the mental situation. И в самом начале книги Шрила Прабхупада пишет, что все зависит от отношений ученика, от настроя. So, Rukh. Rupa Goswami advises that to come to this kind of level of Raganuga Bhakti, our mind has to be in the situation that it can only think of Krishna. И Рупа Госвами советует, что
Чтобы прийти на этот уровень Рагануга Бхакти, наш ум должен находиться в состоянии постоянного памятования Кришны. We only speak about Krishna, we only take Krishna prasadam, we have nothing to do with anything which is not connected to Krishna. И мы должны говорить о Кришне, мы должны вкушать только Кришна прасад, и мы не делаем ничего, что не связано с Кришной. And then in that situation, then one can go to live in Vrindavan. И также следующая ситуация, когда человек может поселиться во Вриндаване. One can physically live in Vrindavan, and one should also mentally live in Vrindavan. Человек должен физически жить во Вриндаване и жить во Вриндаване в своем уме. Some people live in Vrindavan, but mentally they're not in Vrindavan. Mentally they're some other place. Иногда некоторые люди живут во Вриндаване физически, но они не находятся там ментально, в своем уме. Они находятся где-то в совсем другом месте. Like sometimes people go to Vrindavan, they're thinking about Russia, they're thinking about their home. They're not thinking in Vrindavan. Иногда люди приезжают во Вриндаван, и они думают о России, о своем доме, они не думают о Вриндаване. So, if one cannot physically go to Vrindavan, then at least mentally one should live in Vrindavan. Но кто-то физически не может поехать во Вриндаван, но, по крайней мере, он может быть там в своем уме. Thinking everything in relation to Krishna. В своих мыслях связывая все с Кришной. And some devotees, they like to put pictures of Vrindavan on their, around their home, pictures of the Govardhan Hill and Radhakund and the deities of Vrindavan. In this way they remember Vrindavan. И некоторые преданные любят размещать в своем доме фотографии Вриндавана, фотографии холма Говардхана, Радхакунды, божеств. И таким образом они находятся у Вриндаване ментально. Keep Tulsi in the home. Tulsi also reminds us of Vrindavan. Держите Тулоси у себя дома, поскольку Тулоси также напоминает нам о Вриндаване. So making our home in Vrindavan, this is a part of this Raganuga Bhakti. И когда мы из своего дома делаем Вриндаван, это является частью Рагануга Бхакти. In Vrindavan, you're far away from television and movies and cinemas and Maya. A lot of Maya is away. There's not so much Maya in Vrindavan. И когда вы находитесь во Вриндаване, вы находитесь вдали от телевизора, кинофильмов, кинотеатров и всей прочей Майи. Майя далеко от Вриндавана. So living the place where we live is very important. It helps us to cultivate Krishna consciousness. И место, в котором мы живем, оно очень важно. Оно помогает нам развивать сознание Кришны. Of course, many of you don't live in the temple, you live in your own homes. So you have to also try to keep yourself Krishna conscious. You have to also have like a Vrindavan-like atmosphere in the home. И, конечно, многие из вас живут не в храмах, все, вы живете дома, и поэтому мы должны пытаться создать эту атмосферу Вриндавана у себя дома. Prabhupada said, when he was sitting in America, he said, I am not in New York. He said, I am always in Vrindavan, because I am always thinking of Krishna. И Шрила Прабхупада говорил, что я не нахожусь в Америке, я не нахожусь в Нью-Йорке, я всегда во Вриндаване, поскольку я всегда думаю о Кришне. So we live in our homes, we can be thinking of Vrindavan by hearing about Krishna's pastimes in Vrindavan. И мы живем у себя дома, но мы можем находиться во Вриндаване с помощью слушания рассказов о Кришне. Шрила Прабхупада has kindly given us the Krishna book, which is the 10th summary study of the 10th canto Srimad Bhagavatam, describing all of Krishna's pastimes.
И Шрила Прабхупада милостливо дал нам книгу Кришны, которая является кратким изложением 60-й песни Шримад Бхагаватам, которая описывает игры Кришны. In that book we have Krishna's pastimes in Vrindavan, Krishna's pastimes in Mathura, Krishna's pastimes in Dwarka. It's all there in the 10th canto. И в этой книге мы можем прочитать об играх Кришны во Вриндаване, Матхуре и Дварке. Все это из 10-й песни Шримад Бхагаватам. Now some devotees, they like to focus more on Krishna's pastimes in Dwarka. Well, they can do that. They can. They can do it? Yes, okay. They can. Некоторым преданным нравится сосредотачиваться на играх Кришны в Двараке, и они могут делать это. Of course, the mood in Dwarka is different from the mood in Vrindavan. Конечно, настроение Двараки отлично от настроения Вриндавана. One who is focusing on Dwarka, then he's not going to become a gopi. He's not going to enter into Krishna's pastimes in Vrindavan. Тот, кто сосредотачивается на играх Господа в Двараке, он не сможет стать гопи, не сможет стать приближенным к играм Кришны во Вриндаване. But may enter into Krishna's pastimes in Dwarka. Но он может войти в игры Кришны в Двараке. So it's a question of attraction. Which particular lila, which particular pastime is the devotee attracted to? Это просто вопрос привязанности, вопрос того, что привлекает преданного, какая конкретная лила. He wants to, the devotee has to cultivate the mood of this of the particular devotees which he's attracted to. И преданный должен развивать это настроение вот этого преданного, к которому он привязан. So we know that there are different rasas with Krishna. There can be servant, there can be friend, there can be parent, and there can be conjugal love. И мы знаем, что есть различные расы взаимоотношений с Кришной. Он может, можно быть слугой по отношению к нему, можно быть другом, можно быть родителем, и можно находиться на уровне любви к Кришне. So, супружеская. So some devotees are attracted to the mood of the gopis. We have heard from Chaitanya Mahaprabhu that the gopis have the highest love for Krishna. И некоторые могут быть привязаны к Кришне на уровне умонастроения гопи, о котором говорил Господь Чайтанья Махапрабху, и гопи находились на уровне высшей любви к Кришне. First thing is, we should understand that the relationship between the gopis and Krishna is not material. И первую вещь, которую мы должны понять, что отношения между гопи и Кришной не являются материальными. That it's a completely pure and spiritual relationship. Это абсолютно чистые духовные отношения. The gopis that are described as having lusty desires for Krishna, but this is simply for the pleasure of Krishna, to give Krishna pleasure. They have no other purpose. И описывается, что кажется, что гопи имеют это желание вожделения Кришне, но это не так, это лишь... Would you repeat once again, please, the last one part? The gopis have no other desire than to please Krishna. Поскольку у гопи нет других желаний, кроме как удовлетворить Кришну. So people in material world, we are conditioned. And we have lusty desires, we think about our own enjoyment. A man has a relationship with a woman for his pleasure. Но в материальном мире мы обусловлены, и мы находимся в состоянии вожделения ради наслаждения своих чувств. И мужчина всегда вступает в отношения с женщиной ради своего наслаждения. And similarly, the woman also engages in relationship with a man for her pleasure. И подобным же образом женщина вступает в отношения с мужчиной ради своего наслаждения. Because we're all
selfish. In our conditioned state, we're selfish. We think about our own pleasure. Поскольку в нашем обусловленном состоянии мы все очень эгоистичны и думаем только о своем собственном удовольствии. But when we come to Vrindavan and we hear about the great devotees in Vrindavan, like the gopis, they have no desire for their own pleasure. They only desire for the pleasure of Krishna. Но когда мы оказываемся в Вриндаване и слушаем о гопи, то мы понимаем, что у них нет собственных желаний, у них есть одно желание — служить Кришне. So the lusty desires of the gopis are simply for the pleasure of Krishna. И желание, вожделение гопи, это просто то, что это просто ради удовлетворения Кришны. So when we hear about the gopis dancing and embracing Krishna or being embraced by Krishna, we should understand this is not material. This is the highest spiritual activity. И когда мы слышим, что гопи танцуют, когда они обнимают Кришну, когда Кришна обнимает их, мы должны понимать, что это не материальные вещи, это высшая духовная деятельность. So the one type of relationship with Krishna is the mood of the gopis, but there are other relationships which one can have, and one can also be attracted to the other relationships, like Nanda Maharaj and Mother Yashoda, who are Krishna's parents. Но умонастроение гопи — это не единственный способ, которым может быть привязан преданный Кришне. Также могут быть и другие способы, например, умонастроение Нанда Махараджа и матушки Ишоды, которые были родителями Кришны. No, Nanda Maharaj and Mother Yashoda are very, very great devotees, and they only know the pleasure of Krishna. They only act for the pleasure of Krishna. Нанда Махараджа и матушка Ишода — это очень великие преданные, и они действовали только ради удовлетворения Кришны. So some devotees are very attracted by their devotion, and they want to follow the example of Mother Yashoda and Nanda Maharaj. И некоторые преданные очень привязаны к их настроению, и они готовы следовать за матушкой Ишодой и Нанда Махараджа. Then we have other devotees like the cowherd boys, and some devotees are very attracted to the mood of the cowherd boys. И также есть и мальчики-пастушки, и некоторые преданные привязаны к ним. Krishna has many cowherd boyfriends like Sridham and Subal, many different cowherd friends, and they're all very, very pure souls. They have performed pious activities over many lifetimes to be able to become a friend of Krishna. И у Кришны много очень друзей-пастушков, таких как Шридама, Субала и так далее. И все эти мальчики-пастушки, они очень чистые и преданные, которые совершали много-много жизней, благочестивые поступки. So we should understand that we cannot take their position. For example, we cannot become Nanda Maharaj, but we can become a follower of Nanda Maharaj. И мы должны понимать, что мы не можем занять их положение, мы не можем стать, например, Нандой Махараджа, но мы можем стать их последователями. And similarly, we cannot become gopis like Radharani and Lalita and Vishakha, but we can follow in their footsteps, we can follow their mood, their example. И точно таким же образом мы не можем стать гопи, мы не можем стать Радхой, Лалитой или Вишакхой, но мы можем следовать по их стопам, мы можем следовать их умонастроению. So, Lord Chaitanya described this process, how one has to go and live in Vrindavan, and one has to cultivate the mood of a particular devotee who is intimately connected with Krishna. Читание описывает
описывает этот процесс. Он говорит: поселитесь во Вриндаване, исследуйте настроение того преданного, который очень близко взаимодействует с Кришной. One has to associate with one has to practice both externally in his bodily activities and also internally with the mind. И человек должен практиковать это как внешне на уровне деятельности, так и внутренне на уровне ума. So externally we should engage in the activities of Ragan of sadhana, of spiritual practice, just like we do Vaidhi Bhakti. И на внешнем уровне мы должны быть вовлечены в садхану, в практику Vaidhi Bhakti, Vaidhi Sadhana Bhakti. Just like somebody may be following Rupa Goswami. Now Rupa Goswami is one of the six Goswamis of Vrindavan, and he was a direct disciple of Lord Chaitanya. И кто-то может следовать по стопам Рупа Госвами, который был одним из шести Госвами Вриндавана и был прямым учеником Господа Чайтаньи. So one has to follow his activities. How did Rupa Goswami, what did he do? What were his physical activities while he was in this world? И человек может следовать тому примеру в деятельности, который показывал These things are described, for example, in the song by Srinivasacharya, the Goswami Astikam describes the activities of the Goswamis. Haribo? Goswami Ashtaki, yes? Okay. I can hear you. Yeah. Did you hear me okay? Yes, I already translated. Okay, so in the Goswami Ashtakam, the activities of the Goswamis are described, how they were regularly chanting the holy name and bowing down and offering their obeisances all the day. Regularly, how they conquered over eating and sleeping. И Шри Госвами Аштаки описывается деятельность шести Госвами, как они воспевали святые имена, приносили свои поклоны, как они победили желание спать и есть. They were always meek and humble, and they were very renounced. They accepted only loincloths. И они всегда были очень отречены и очень смиренные. Они носили только набедренные повязки. They gave up all their connection with aristocracy, with the wealthy people. Они отбросили все свои взаимоотношения с аристократией, богатыми людьми. And they were studying all the revealed scriptures to establish eternal religious principles. И они изучали только священные писания, чтобы установить вечные религиозные принципы. So in this way they kept themselves busy 24 hours a day in Krishna's service. И таким образом 24 часа в сутки они занимали себя служением Кришне. And so one who desires to follow Rupa Goswami, they should study this Goswami Astikam and they should learn how to behave, what they should be doing in their daily activities. И тот, кто хочет следовать Рупа Госвами, он должен изучить эту Шри Госвами Аштаку, чтобы понять, чем занимались Госвами Вриндавана, какова была их ежедневная деятельность. However, Rupa Goswami, in Krishna Lila, he becomes Rati Manjari. He's a Manjari, he's one of the assistants of the Radha and Krishna in their pastimes. Однако Rupa Goswami
в лилах Кришны, он является Рати Манджари, которая помогает Радхе и Кришне в их играх. The Manjaris are young girls. So young girls, they don't know, they don't get jealous when they see another woman with Krishna. So the Manjaris, they are assisting Radha and Krishna in their pastimes. И Манджари — это маленькие девочки, которые не испытывают вожделения, когда видят Радху и Кришну вместе. So Rati Manjari, Rupa Goswami is Rati Manjari, so internally, devotee who's following Rupa Goswami, he has to cultivate the mood of Rati Manjari internally. Не испытывают ревности, когда они видят Радху и Кришну вместе, и преданные, которые хотят следовать по стопам Рупа Госвами, по стопам Рупа Манджари, они должны внутри придерживаться этого умонастроения. And one has to hear about the activities of Rati Manjari from books like, there's a book by Raghunath Das Goswami describing the activities. И тот, кто хочет понять умонастроение Рати Госвами, то должен читать книги Рагхунатха Даса Госвами о деятельности, об их ее деятельности. So this Raghunuga Bhakti is performed externally, you're doing the Vaidhi Bhakti practices, you're doing the sadhana, and internally you're following the spiritual, you're keeping the mind absorbed spiritually and on the highest platform of perfection. И это Рагануга Бхакти. Платформа Рагануга Бхакти подразумевает, что на внешнем уровне вы следуете Вайди Садхана Бхакти, а внутренне на духовному внутренне вы стремитесь к высшей духовной деятельности. So the process is that first of all we have to train our mind by following the principles like hearing and chanting, remembering Krishna. И первое, что мы должны делать, это прежде всего тренировать наш ум, слушать, воспевать и помнить о Кришне. When we have actually developed a strong taste for hearing and chanting, then we can try to live in Vrindavan. И когда мы разовьем действительно сильный вкус к слушанию и воспеванию, тогда мы можем попытаться жить во Вриндаване. And the purpose of living in Vrindavan is to constantly remember the name and the fame and the form, the qualities, pastimes of Krishna. И действительная цель проживания во Вриндаване — это памятование об имени Кришны, его славе, качествах, формах и играх. And one should be guided by an expert devotee to live in Vrindavan. You don't want to be alone. You want to have association. You need to be guided by a senior devotee. И тот, кто живет во Вриндаване, ему обязательно необходимо иметь наставника, который будет вести его. Необходимо, нельзя быть во Вриндаване одному. Обязательно должен быть старший преданный, который будет направлять вас. So of course we live in the association of the devotees in the Krishna consciousness movement, and this way we can be properly guided. Конечно, мы живем в окружении преданных движения сознания Кришны, таким образом мы можем, нас могут наставлять правильным образом. So we have to be constantly hearing topics of Krishna. И мы должны всегда слушать темы, связанные с Кришной. And then as when we go on hearing, then gradually we will come to this, we will want to chant more, we will want to repeat what we've been hearing. И чем больше мы слушаем, тем больше у нас появляется способности повторять и также воспевать и повторять то, о чем мы слушаем. And when we as we become attached to the hearing process, we will take pleasure in describing what we've been hearing, we will begin to chant in great ecstasy. И когда у нас появляется
уже постоянное желание слушать, то у нас также появляется великое желание пересказывать то, о чем мы слушаем, и воспевать Святое Имя в великом экстазе. When our chanting is done in great ecstasy, then we will be able to remember also everything we've heard. И когда мы воспеваем с великим, в великом экстазе, в энтузиазме, то тогда у нас появляется способность помнить все то, о чем мы слышим. Our mind will be fully absorbed in thinking of Krishna and his form and his pastimes and qualities. И наш ум становится полностью поглощенным играми Кришны и его формами. So, Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada describes there are five stages of remembering Krishna. И Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада описывал, что существует пять уровней памятования о Кришне. Something similar to the process of Ashtanga Yoga. Кто-то следует процессу Ashtanga Yoga. Just like in Ashtanga Yoga, it begins with the rules and regulations, yam and niyam. И Ashtanga Yoga начинается с процессов Yama and Yama. And then after that, then there comes the asana and the pranayama, controlling the breathing. И далее следует асана и пранаяма, контроль дыхания. And then next four stages are all meditation, increasing the meditation, the concentration. И следующие четыре стадии — это медитация, то есть усовершенствование своего уровня концентрации. Pratyahara, detaching the senses from everything material. Pratyahara — это отрывание своих чувств от всего материального. Pratyahara, dharana. Dharana is becoming absorbed in the concept of the soul and the super soul. Pratyahara dharana. Dharana значит, когда ты, человек поглощен концепцией души. And then dhyana, the meditation, the meditation of on the super soul. И dhyana, медитация на сверхдушу. And then after meditation comes samadhi. И после медитации приходит самадхи. So Bhaktisiddhanta Sarasvati describes five different stages, beginning with, first of all, recollection. In other words, the memory is not very steady, but memories are coming, thoughts of the Lord are coming, but sometimes they're going also. И таким образом, Бхактисиддханта Сарасвати описывает пять уровней памятования, которые начинаются со стадии нестабильности, когда иногда человек помнит, а иногда забывает. And then absorption, the mind becomes more steady. И затем поглощенность, ум становится более стабильным. And then meditation, so that you're contemplating Krishna and Krishna's pastimes, just remembering. Yes. Go ahead. Медитация, когда ум поглощен мыслями о Кришне и медитация на его игры. Then next stage is called Anusmriti. Anusmriti means constant remembrance of Krishna. Следующая стадия Anusmriti, постоянное памятование о Кришне. And then finally Samadhi or trance. И конечная стадия Samadhi или транс. So this is how they practice meditation, the absorption on Krishna. И такова практика медитации поглощения Кришны. So when you come to that stage of samadhi, then one should begin to understand his spiritual position, his rasa, his eternal relationship with Krishna.
И тот, кто доходит до стадии самадхи, он должен понимать свое духовное положение, его расу, его взаимоотношения, личные взаимоотношения с Кришной. So, we all have some rasa with Krishna. We don't know what exactly our rasa is. И у всех у нас есть раса с Кришной, но мы не знаем, какая именно. But Lord Chaitanya Mahaprabhu has told that we are all servants. Но Господь Чайтанья Махапрабху сказал, что все мы слуги. Whatever rasa we're in, it's there to be a servant of Krishna. И какой бы расе мы ни находились, эта раса подразумевает служение Кришне, быть слугой Кришны. So, we are encouraged just to act as a servant of Krishna. И нас воодушевляют действовать как слуги Кришны. So we should give up all kinds of material desires and simply engage in devotional service. И мы должны отбросить всякого рода материальные желания и быть вовлечены только в служение Кришне. We should follow the scriptures and develop an attachment for Krishna. Мы должны следовать священным писаниям и развивать привязанность к Кришне. When we develop the attachment for Krishna, then we can serve Krishna. И когда мы разовьем привязанность к Кришне, тогда мы сможем служить Кришне. So this is called raga bhakti, or spontaneous love. Это называется рага бхакти или спонтанная любовь. So one who has come to this level of raga bhakti, he can follow in the footsteps of one of the eternal devotees of Krishna in Vrindavan. И тот, кто поднимается на этот уровень рага бхакти, он может следовать по стопам близких преданных Кришны, вечных спутников Кришны. So this raga nuga bhakti can be done in any of the rasas. И эта рагануга бхакти может быть достигнута в любой расе. We should understand, however, that this рагануга бхакти is still садхана бхакти. It's not бхава бхакти, it's not према бхакти, it's садхана бхакти. Но все же мы должны понимать, что эта рагануга бхакти, это все же остается садхана бхакти. Это не према бхакти, это не бхава бхакти. No, but we understand that this Raganuga Bhakti is spontaneous loving devotion. И мы должны понимать, что Рагануга Бхакти — это спонтанное любовное служение, преданность. And one will not deliberately go against the scriptures in performing this. И человек не может пойти. One cannot disobey the injunctions of the scriptures deliberately. И человек не может перепрыгнуть эти наставления, описания писаний, священных писаний. No one should think that now I'm very advanced, I don't need to follow the scriptures. И человек не должен думать, что я очень продвинутый, и теперь мне можно не следовать священным писаниям. But it may be out of spontaneous love and devotion that one may do something which is not exactly according to scriptures. Но это может исходить из спонтанной любви и преданности, когда человек может каким-то образом не следовать священным писаниям. So, executing this Raganuga Bhakti, this is only for very mature, very advanced devotees who have studied all the scriptures and who have practiced sadhana bhakti very carefully and who have removed the contamination from their heart. И эта Рагануга Бхакти — это осуществление и практикование этой Рагануга Бхакти, оно может
происходить только, ей могут заниматься только возвышенные, очень серьезные преданные, которые серьезно практикуют садхана бхакти. Now sometimes there are some people who say that they can tell you what your rasa is with Krishna, and they will give you a mantra to chant so that you can cultivate your spiritual position. Некоторые люди могут сказать, какова ваша раса с Кришной, и они могут дать вам мантру, которая поможет вам развивать ваши духовные отношения с Кришной. This is called Siddha Pranali, the Siddha Pranali technique. Это называется техника Siddha Pranali. So this is not an authorized process. Это не авторитетный процесс. First of all, one must be very, very pure to understand his relationship with Krishna. Прежде всего, человек должен быть очень-очень чист, чтобы понять свои отношения с Кришной. It is not something which is just given to you just by some mantra. Это не то, что может быть дано вам через какую-то мантру. We have to purify ourselves through the method of sadhana bhakti. Мы должны очищать себя сами с помощью метода садхана бхакти. And when we are qualified, then Krishna will reveal to us. И когда мы обретаем эту квалификацию, тогда Кришна reveal. Krishna will reveal our rasa with Кришна тогда принимает нашу расу, открывает нашу расу. So it's not something you just pay some money to someone and they give you the mantra and they tell you who you are. And это не то, что кто-то открывает вам мантру, вы заплатили ему за это деньги, он говорит, кем вы являетесь. We have to understand our relationship with Krishna by purification. Мы должны понять наши взаимоотношения с Кришной через очищение. And that purification comes by practicing very carefully the principles of sadhana bhakti. Очищение приходит через очень внимательное практикование принципов садхана бхакти. Okay, are there some questions on this? Есть ли у кого-то вопросы? Хари Кришна. Ой. Ну, давайте получим. Хотела спросить про того, кто роганул. То есть мы должны выбрать себе человека, ну, преданного, да, который по стопам, которого мы будем идти. А это тоже само собой приходит? То есть Кришна открывает нам? Или как-то мы это через Писание он открывает нам? Или это в уме открывается нам? Мы хотим подражать ему естественным образом, да? Как при Кришне? We should follow some... Вы имеете в виду, ну, как бы следовать именно Рагануга Бхакти? Ну, тому преданному, который следует Рагануга Бхакти. Да, сказал, что... У нас должна быть привязанность к преданному, который следует уже Рагануге, и следовать по его стопам, жителям Вриндавана. You told that we should have an attraction to those devotees who just follow this Raganuga Bhakti level, and we should follow their footsteps. And how we can understand that what exactly this devotee is, who is he? We should understand it through the scriptures, or we should understand this through our heart, or just Krishna gives us this understanding in our heart. What is the process? How we can understand who we should follow for? Well, first of all, just like you want to understand who is your spiritual teacher, you have to understand the qualification of the spiritual teacher.
является вашим духовным учителем. Первое, что вы должны понять квалификацию духовного учителя. If we don't know how to recognize a spiritual master, then we might be cheated. Если мы не знаем, как распознать духовного учителя, то мы можем быть обмануты. So the same way you want to follow somebody who is a devotee who is in cultivating the Shraganuga Bhakti, we have to understand what is the qualification for the Shraganuga Bhakti. И таким же образом, если мы хотим следовать преданному, который следует Рагануга Бхакти, мы должны понимать, а какова же квалификация этой Рагануга Бхакти. So, described here in this verse, how to practice. That one should utilize one's full time, 24 hours a day, in nicely chanting and remembering the Lord's name, form, quality, pastimes. И этот процесс описан в данном стихе, то есть человек должен постоянно 24 часа в сутки сосредоточенно повторять божественное имя Господа, воспевать его трансцендентный образ, качества, игры. So if you find out that person who is utilizing his time 24 hours a day to chant and to remember Krishna, then this may be qualified person to follow. Если вы найдете такого человека, который 24 часа в сутки воспевает и помнит о Господе, тогда, может быть, он является тем квалифицированным человеком, за которым стоит следовать. Of course, he should have also practiced Krishna consciousness in the level of regulative principles very carefully, very seriously. Конечно, он должен следовать принципом сознания Кришны очень серьезно и регулярно. He's very conversant with the philosophy. He understands the conclusions of the scriptures. И он должен понимать философию и должен быть продвинуть философию и понимать заключения священных писаний. And his particular taste in the pastimes of Krishna is similar to your taste. Его особый вкус в играх Кришны должен совпадать с вашим вкусом. Now somebody may be cultivating the mood of Nanda Maharaj, and you may be thinking more that you're attracted to the mood of the gopis. So then it will be different. И, например, кто-то может следовать уму настроению Нанды Махараджа, а вы можете следовать уму настроению гопи, тогда это будут различия. So the mood has to be the same. Таким образом, уму настроение должно быть одинаковым. And there are different moods. We said some people are more attracted to Dwarka than Vrindavan. И также могут быть различные настроения. Например, мы сказали, что некоторые люди могут быть больше привязаны к Двараке, нежели чем к Вриндавану. They feel more the opulence of Dwarka is more attractive to them than the simple mood of Vrindavan. И они могут быть больше привязаны к богатству Двараки, чем к простому настроению Вриндавана. So you have to look for these things. You have to look to see that, first of all, who is this person who is really firmly situated in Krishna consciousness. И вы должны смотреть на эти вещи, смотреть на человека, как он ведет себя в сознании Кришны. Just like Prabhupada said, before you accept someone as a spiritual master, you have to approach him, you have to hear from him for 1 year. You should be convinced that this person can help me. Как Шрила Прабхупада говорил, что прежде чем принять кого-то в качестве духовного учителя, вы должны год слушать его, вопрошать его и должны быть убеждены в нем. So we should understand
This practice of Raga Noga Bhakti is a very, very rare thing. It's only for very, very special people. It's not for every devotee. И мы должны понимать, что этот процесс Рага Нуга Бхакти — это очень-очень редкая вещь, и она предназначена только лишь для очень немногих людей. If we follow the rules and regulations, follow Vaidhi Bhakti, then we can also come to Bhava and Prema. Если мы следуем правилам и предписаниям, если мы следуем Вайди Садхана Бхакти, то мы также можем прийти к Бхаве или Преме. There are two kinds of devotees. One devotee is a Gostavanandi and one devotee is a Bhajananandi. Bhajananandi means one who takes pleasure in his own spiritual practice. Есть два типа преданных: Гоштавананди и Баджананди. Баджананди преданные — это те, кто ход. Takes pleasure in his own spiritual practice. Тот, кто находит удовольствие в своей собственной духовной практике. But Гоштавананди is somebody who preaches, he teaches people, and guides people, helps other people to come to Krishna consciousness. А Гоштавананди — это тот преданный, который проповедует и учит людей и воодушевляет их приходить в сознание Кришны. So Srila Prabhupada's mode is Gostavananandi, preaching and giving Krishna consciousness, sharing it with others. И умонастроение Шрилы Прабхупады — это Гоштавананди, проповедование, и он проповедовал и делился с другими сознанием Кришны. Mm-hmm. Is it clear? Это понятно? Матаджи? Раджарани Матаджи? Да-да, Хари Кришна, да. А вот смотрите, что Тима, да, понятно? А если, например, мы изначально выбираем, например, шикшу, к примеру, которая не дотягивает до рагану, это в процессе преданного служения Кришна подправит, либо наш шикша подтянет до рагануги, да? Или его шикша уже рагануга, и он от него будет брать шикшу и нам передавать. Либо у нас другой шикша появится при Кришне. For example, if we have Shiksha Guru, but he's not on the level of Raganuga Bhakti, thus Krishna will improve the situation and gradually our Shiksha Guru just come to the level of Raganuga Bhakti, or maybe his Shiksha Guru is on the level of Raganuga Bhakti and our Shiksha Guru will take this Raganuga Bhakti from him, how it can be. Well, I said, first of all, this Raganuga Bhakti is not something which we're encouraging devotees in ISKCON to do. Я бы сказала, что этот уровень Рагануга Бхакти — это не то, что, скажем так, воодушевляют преданных в ISKCON. Ну, достигать этого уровня — это в ISKCON не распространено. It's something which would come only after many years of spiritual practice in Krishna consciousness. Это то, что приходит через многие-многие годы практикования преданного служения в сознании Кришны. You have to be very mature in Krishna consciousness to be able to sit and chant the whole day. It's not very common. Вы должны быть очень зрелы в сознании Кришны, вы должны уметь сидеть и воспевать в течение всего дня, и это не является чем-то обычным для всех. And we don't just mean one day, but day after day to sit and chant every day and remember Krishna. Это не значит, что вы смогли один день просидеть и повторять весь день. Нет, это день за днем вы делаете это, вы повторяете целый день и помните о Кришне. So one has to have acquired a high taste for Krishna consciousness. И человек должен развить высший вкус к сознанию Кришны. Mm-hmm.
So when one has that high taste, Krishna will arrange the person to guide them. И если у человека есть такой высший вкус, то Кришна обязательно устроит так, что у него появится человек, который сможет вести его. By the mercy of Krishna, we get a spiritual master. По милости Кришны мы получаем духовного учителя. By the mercy of the spiritual master, we get Krishna. По милости духовного учителя мы получаем Кришну. So when we're qualified for these higher things, Krishna will arrange it. И когда мы становимся квалифицированными для таких высоких вещей, Кришна все устраивает. But we should be very cautious about prematurely trying to take up such practice. И мы должны cautious, I don't know what is the word. Careful. Что? Осторожно. И мы должны быть очень осторожны в том, чтобы выходить на этот очень зрелый уровень. Because there are many people who enter into this kind of practice who are not qualified, who still have many bad habits, and they set a very bad example. И многие люди, которые пытаются выйти на этом уровне, они все еще имеют очень много плохих привычек и на самом деле подают очень дурной пример. So we have to practice Krishna consciousness as from Srila Prabhupada's example. Srila Prabhupada is our founder acharya. И мы должны практиковать сознание Кришны от Шрилы Прабхупады. Он является нашим ачарьей-основателем. So Srila Prabhupada also was a resident of Vrindavan. И Шрила Прабхупада также был жителем Вриндавана. And he served Krishna constantly. И он служил Кришне постоянно. But he didn't just do his own bhajan. He was preaching Krishna consciousness. Но он не делал это только с помощью баджана, он проповедовал сознание Кришны. He was educating people in Krishna consciousness. Он давал людям образование в сознании Кришны. So, we want to follow Srila Prabhupada. He's the ideal resident of Vrindavan for us to follow. И мы хотим следовать за Шрилой Прабхупадой. Это идеальный житель Вриндавана, за которым мы хотим следовать. One of Srila Prabhupada's disciples, very senior disciple, he was a scientist, so Prabhupada was telling him he should preach to the scientists. И Шрила Прабхупада одному из своих учеников, старших учеников, который был ученым, он ему сказал проповедовать среди ученых. And he said to Prabhupada, he said, Prabhupada, I just want to understand more my rasa with Krishna. И он сказал Шриле Прабхупаде, я хочу больше понять свою расу с Кришной. Prabhupada said to him, you preach to the scientists and Krishna will tell you your rasa. И Шрила Прабхупада ответил, проповедуй ученым, и тогда Кришна откроет тебе твою расу. So don't be too much anxious for these things, which are very, very high, very exalted. Не будьте слишком сконцентрированы на этих вещах, которые являются очень-очень высокими, возвышенными. But we should hear about them, we should understand that there are such ways of practice. Но мы должны слушать об этом, должны понимать, что существуют такие способы практики. Doesn't mean that we're supposed to practice all these things. Но это не значит, что мы сможем практиковать эти все вещи. But we should know that there is this kind of practice in devotional service. Но просто мы должны знать, что существуют такие виды практики в преданном служении. But we're still trying to get through anartha nivritti. We have so much things in the heart to remove.
Но мы должны сейчас концентрироваться на нардха-ниврите, поскольку в нашем сердце есть очень много вещей, от которых мы должны избавиться. We are still struggling with the modes of nature. We have not got free of the passion and the ignorance. Мы все еще сражаемся с гунами материальной природы. Мы не освободились от гун страсти и невежества. So we should be realistic and understand what is our position. Поэтому мы должны быть реалистами и понимать, какова же наша истинная позиция. The very first verse of Ishopanishad describes control the different urges. And if we have not controlled the urges, then how will we ever take up this kind of instruction? И Ишопанишад? No, Упадешамрита. This book. Самый первый стих Упадешамрита говорит о том, что мы должны контролировать побуждение своих чувств. Right? So follow the book, follow these instructions from the beginning. If we have not finished, if we've not fully mastered the first instruction, we'll never can never take up this instruction. Поэтому следуйте наставлениям этой книги, следуйте первым наставлениям этой книги. Если мы не пройдем, не сможем исполнить первых наставлений, то как мы сможем дойти до этих? This is coming to the highest level of instruction. Это высший уровень наставлений. We are still beginners. We're still trying to control the urge of the tongue. Мы все еще новички. Мы находимся в самом начале и все еще пытаемся контролировать побуждение нашего языка. You want to sit and chant the holy name and remember Krishna all day? You're not qualified. Вы хотите сесть и повторять имена Кришны целый день и памятовать о нем, но вы не квалифицированы для этого. We're just cheating ourselves. Таким образом, мы только обманываем сами себя. So go step by step. First of all, get control the urges. Поэтому идите шаг за шагом. Прежде всего, контролируйте свои побуждения, побуждения своих чувств. Become steady in Krishna consciousness. Станьте стабильными в сознании Кришны. Another question. Еще вопросы есть? There is a question in the chat. Да. Ну, давайте я уже начала прочитаю. Значит, что Рагануга Бхакти. Значит, что желание служить возникает спонтанно. А Садхана Бхакти, желание служить возникает после напоминания старших преданных. Мы думаем, что Рагануга — это уже любовь. На самом деле это спонтанное желание служить объекту любви. Так. The question is that does it mean that desire to serve it's spontaneous desire and sadhana bhakti and in sadhana bhakti this desire to serve we get only after just instructions of senior devotees or when they remind us about this? No. Not quite like that. На первый вопрос нет. Not what? It's not quite like that. Это не совсем так. The idea is that one hears very carefully for a long time about Krishna and Krishna's pastimes. And in the course of hearing Krishna's pastimes, one is particularly attracted to a certain personality within these pastimes. Это когда мы суть в том, что когда мы долгое время слушаем о Кришне, и тогда мы в процессе этого слушания становимся привязаны к определенной личности в этих играх Кришны. One may be very attracted to Srimati Radharani. And one may desire to become a follower of Srimati Radharani.
Кто-то может быть привязан к Шримати Радхарани и желать стать ее последователем. So one has to have been hearing for a long time, and repeatedly we've been hearing and hearing, and after hearing many pastimes of Krishna, we're particularly attracted to some personality within these pastimes. То есть человек должен слушать постоянно, регулярно, много о Кришне, и в течение этого процесса он приходит к тому, что появляется в этих играх личность, за которой он хочет следовать. So it's individual. Every individual will have their own taste. Это очень индивидуально, и каждый человек имеет свой собственный вкус. When the heart becomes purified, then we will have a taste, and we will be attracted to some particular personality. И когда наше сердце очищается, в нем появляется вкус, и мы становимся привязаны к какой-то определенной личности. Just like we see people worship deities, somebody is particularly attracted to worship the deity of Jagannath. Some people are more attracted to worship Gornitai. Например, как мы видим людей, которые поклоняются божествам, но некоторые из них особо привязаны к поклонению Господу Джаганнатхи, а кто-то особо привязан к поклонению Шри Гуриндай. So individual taste is there, and that taste awakens in the course of our devotional service. И везде есть свой у каждого есть свой индивидуальный вкус, и этот вкус просыпается по причине нашего преданного служения. Okay. And there is another one. We think that Raganuga is already its love, but as real, it's spontaneously desired to serve. To serve to whom who you love. Is it Raganuga? It is already love, or is it spontaneously desired to serve those person who you love? Love means service. Yes. Любовь значит служение, да. If you love someone, then you will serve them. Если вы кого-то любите, то вы будете служить ему. So Raganuga Bhakti is that absorption in the person, and the absorption is there that we want to serve them constantly. И Рагануга — это значит поглощение этой личностью, и это значит, что мы готовы служить ему постоянно. At the same time, one would cultivate a particular mood of service according to the person they're following. И в процессе этого человек формирует определенное настроение служения в зависимости от той личности, за которой он следует. Now the gopis, Radharani, they will serve Krishna one particular way. Mother Yashoda will serve Krishna another particular way. Например, гопи и Радхарани, они служат Кришне своим определенным образом. Матушка Ишода служит Кришне совсем по-другому. So according to the particular mood they're cultivating and the personality they're following, they will think about serving in that way. И таким образом, то настроение, люди служат таким образом, который настроение, при этом настроение они для служения они получают от той личности, за которой они следуют. Okay. Next question. Yeah. Угу. У кого-то вопрос? Хари Кришна. У меня был вопрос. Примите, пожалуйста, мои поклоны.
Три недели назад я вот задавала вопрос Махараджу, и он ответил, чтобы я нашла в себе силы завершить ученик ИСККОН, вот, больше, ну, больше изучать Бхагавад-гиту. И вот я хотела поблагодарить Махараджа за это вдохновение и благословение. Я все-таки завершила ученик ИСККОН, его отправила на проверку. Вот, и мой вопрос связан вот с чем. У меня почему-то сейчас появилось больше слушания, то есть я больше слушаю лекции вот по Бхагавад-гите, начала слушать Вацала Прабу, обзор Бхагавад-гиты, но я не беру в руки книги. Вот, я не могу понять, что происходит, почему. То есть, с одной стороны, я слушаю, повторяю 16 кругов, но книгу в руки не беру и не могу понять, в чем моя трудность, в чем загвоздка, почему так происходит. Спасибо. This Mataji just 3 weeks ago just asked you about this disciple course. You advised her to finish it, so she just finished this course and studied to listen, and she's very thankful for you for follow these instructions. And her question is this: I am listening a lot of lectures on Bhagavad Gita, but I don't read books. I chant my 16 rounds and listening the lectures, but don't read from the books. What's the problem? What's the matter? What is going on? Why? Well, it may just be your own laziness, but you're just hearing lectures every day, that's also very good. It's just as good as reading from the books. But when you hear from the lectures, you want to also put questions, you want to participate, not just simply hear, because your hearing may not be very attentive. So you should also put questions. Это может быть ваша собственная какая-то лень, но в то же время слушание лекций каждый день — это тоже очень замечательно. Но когда вы слушаете лекции, вы должны иметь возможность задавать вопросы. Таким образом, ваше слушание станет очень внимательным. Our process is hearing. Hearing is the first thing. So hearing, this is very good. You're hearing lectures. It's as good as reading books. It's the same thing. It's hearing. И наш процесс прежде всего заключается в слушании, и то, что вы слушаете лекции, это очень хорошо. Это также хорошо, как и чтение книг. There will come a time when you want to read the books. When you hear, maybe you hear something which puzzles you, then you have to look at the book to refer to it. И придет то время, когда вы захотите открыть книгу, начать читать книги, возможно, вы услышите что-то такое, что заставит вас снова открыть книги. You may like to take the course of Bhakti Shastri, and then you will have to read the books more. Например, вы захотите пройти курс Бхакти Шастри, тогда вам нужно будет больше читать книги. But hearing lectures every day is just as good as reading the books. Но слушание лекций каждый день — это так же хорошо, как и чтение книг. Yeah. Хорошо. Да, спасибо. Yes, thank you. Еще можно вопрос, если нет другого? Меня слышно? Да, слышно, Матаджи. Гуру Махарадж сказал, что чем больше мы будем слушать, тем больше нам захочется передавать это знание. Мы будем в великом экстазе воспевать Святое Имя. Это я бы хотела узнать, что такое великий экстаз и что Махарадж подразумевает под словом словосочетание Святое Имя. Потому что мы знаем, Святое Имя — это не только Хари Кришна, да, это также чтение священных писаний. You told that the more we hear, the more we want to
tell about what we heard to other people, and we just will be able to chant in great ecstasy holy names. And the question is that what does it mean, great ecstasy, and what do you mean on this words holy name? Because it can be just the name of Krishna, holy names, and it can be their scriptures. What did you mean? Yes. Chant the holy name in ecstasy means we're feeling great pleasure in chanting the holy name. We're tasting the nectar of the holy name. It's giving us great joy to our heart, and we desire to appreciate the holy name more and more. И великий экстаз повторения святого имени — это значит, что наше сердце чувствует этот вкус, и мы хотим повторять святое имя все больше и больше. And chanting the holy name, maybe Krishna's name, maybe the glories of the holy name, it may be just something from Srimad Bhagavatam. И воспевание святого имени — это может быть воспевание славы, воспевание славы святого имени, а может быть и Шримад Бхагаватам, воспевание славы Шримад Бхагаватам. There's no difference. Krishna's name, Krishna's pastimes, qualities, all of these things. Нет разницы между именами Кришны, его качествами, его играми. So when we have a strong desire like this, then this is the ecstasy of chanting the holy name, ecstasy. Bhava means the intense desire to engage in these activities. И когда мы очень хотим воспевать святое имя, это есть экстаз, это бхава. Когда мы вовлечены с большим энтузиазмом. Without hesitating, one rushes forward with great eagerness and enthusiasm to join in the kirtan or to take part and hear the discussions. Без всяких колебаний, с великим желанием воспевать, участвовать в киртане, участвовать в каких-то обсуждениях. Mm-hmm. Any other questions here? Есть еще какие-то вопросы? It seems to me no question. А можно я спрошу? Есть? Mm-hmm. Вопрос. Да. Хотела спросить про вот время сейчас, которое идет, астрологически очень тяжелое затмение. И вот вроде бы как мы преданные, да, и вроде бы как на нас это не очень влияет. Но вот я чувствую, что очень влияет. Хотела спросить, как в это время, может быть, увеличить как-то духовную практику, или же если мы как бы преданные, то на нас уже может и ничего не влиять. The question that now it's very difficult astrological time, there is eclipses, and they say that eclipses do not take any just doesn't that eclipses doesn't influence on the devotees, but I feel that it just influence on me. What should we do in such a time? Maybe chant more rounds or something else, or it doesn't give any influence really. Yes, unless we're transcendentally situated,
we will be affected by these kind of things. Поскольку мы не находимся на какой-то трансцендентной платформе, то мы находимся под влиянием такого рода вещей. So if we want to protect ourselves from the influence of different inauspicious times, we have to just completely take shelter of the devotional process. И если мы хотим защитить себя в какие-то определенные моменты времени от чего-то, то мы должны более интенсивно вовлекаться в процесс преданного служения. So that means, if you can increase your chanting and chanting with great intensity also. Конечно, если будет хорошо, если вы будете увеличивать свое чтение с более интенсивностью, с большей интенсивностью это делать. It may be chanting, maybe chanting more rounds. It may be simply reading Srimad Bhagavatam or doing some service for Krishna. Это может быть воспевание святого имени, либо чтение Шримад Бхагаватам, либо служение Кришне. In Bhagavad Gita, Krishna says, "Mam chayo vaya bicharena bhakti yogena sevate, sagunam samatijaitam brahma bhuyaya kaupate." That by engaging in devotional service, then we come to the level of Brahman. So this is the idea. Transcend the material nature by devotional service. И в Бхагавад-гите Кришна говорит, что вовлекаясь в преданное служение, мы выходим на уровень брахмана, трансцендентности. So there's inauspiciousness at every moment, not only when there's eclipses. Whole material world is inauspicious all the time. So we should always remember Krishna. И весь материальный мир — это не только это время неблагоприятно, но в принципе весь материальный мир неблагоприятен, поэтому всегда должны помнить о Кришне. So there's, you're saying not at this particular time many eclipses, so that's a good adjustment, it's an encouragement for us to become more serious about Krishna consciousness. И в это время, когда столько затмений, то есть это как раз благоприятное время, когда мы можем вовлечь себя в служение Кришне и быть более серьезными в сознании Кришны. To call out to Krishna to help us, to save us. Взывайте Кришне, чтобы Он спас нас, чтобы Он сохранил нас. That every day there's a period called Rahu Kala. Rahu is the inauspicious planet, and there's a particular time in the day when that Rahu Kala exerts its influence. Каждый день есть такое определенное время, которое называется Раху Калом. И Раху — это очень неблагоприятная планета, и в это время распространяется его неблагоприятное влияние. And so some devotees are very careful not to begin an activity at that particular time of Rahu Kala. И некоторые преданные не очень внимательны к тому, чтобы не начинать какую-либо деятельность в этот период времени, который называется Rahu Kala. And we know also some temples, they even close the deities when there's an eclipse because it's inauspicious time. И я знаю, что некоторые храмы даже закрывают божества во время затмений, потому что это считается очень неблагоприятным временем. So if we're very advanced, if we're very fully engaged in Krishna consciousness, we don't have to worry about these things. И если мы очень продвинуты и вовлечены там в служение Кришне, то мы не должны беспокоиться о всех этих вещах. But most of us were not so advanced, and we do need to worry about it, and so we have to protect ourselves by really taking shelter of devotional service, do more, increase our devotional service. Но многие из нас являются не такими продвинутыми, поэтому мы должны себя защищать и больше предаваться служению Кришне, больше вовлекать в себя в служение. We read how
Lord Krishna came from Dwarka to Kurukshetra at the time of the solar eclipse, and he came with all of his family. Мы читаем, как Господь Кришна приехал из Двараки на Курукшетра во время солнечного затмения со всей своей семьей. And the gopis also came from Vrindavan at that time. И в это время также и гопи приехали из Вриндавана туда. And so Lord Krishna came there to perform sacrifice and to give charity, because that's one way in which you can counteract the effects of the inauspiciousness of the eclipse. И Господь Кришна прибыл туда, чтобы провести жертвоприношение и раздать пожертвования, потому что это единственный способ нейтрализовать негативное влияние затмения. So you may like to do that. You may like to go to a holy place like Kurukshetra and perform sacrifice and give charity to the Brahmins. И вы можете поступить точно так же, поехать куда-то в святое место, например, на Курукшетру, провести жертвоприношение и раздать пожертвования браманам. Or you just stay where you are in your hometown and do devotional service. Либо остаться в своем родном городе, заниматься преданным служением. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. One more question? Okay. Guru Maharaj. Yeah. Да, да. В начале Гуру Махарадж сказал про ум. Он может быть и другом, и врагом. И нам нужно очень строго с ним обращаться. И в то же время, да, Гуру Махарадж сказал, что это все зависит от того, от настроя ученика. Об этом Шрила Прабхупада говорит в начале. Я спросила, где нам брать настрой вот такого вот строгого ученика? Отлично. In the very beginning, you said that our mind can be our friend and can be our enemy, but it depends on the mood of the disciple. We should be very strict with our mind, but it depends on the mood of the disciple. Where should we just take this mood? Well. The point is, we have to train the mind to be submissive to the principles of Krishna consciousness. И мы должны прежде всего натренировать свой ум, чтобы он смог подчиняться принципам сознания Кришны. The mood is to accept everything favorable for Krishna's service. Ум должен принимать все, что благоприятно для служения Кришне. And to reject everything which is not favorable for Krishna's service. И отвергать все, что неблагоприятно для служения Кришне. So the mood is surrender to Krishna. Таково настроение, это предание Кришне. We don't surrender to the mind. Мы не предаемся уму. We surrender to Krishna and the instructions of devotional service. Мы предаемся Кришне и наставлениям в преданном служении. Sometimes to make the mind submissive, to get the mind to do what we want, we have to deal very harshly with the mind. We have to beat the mind. И иногда, чтобы подчинить свой ум, иногда, чтобы этот ум делал то, что мы хотим, мы должны вести себя с ним очень жестко, мы должны бить его. So, how do we beat the mind? We just get the mind to do what it doesn't want to do. И как мы можем бить свой ум? Мы заставляем свой ум делать то, что он не хочет. The mind doesn't want to wake up in the morning. The mind just wants to sleep. Ум не хочет рано просыпаться утром, он хочет спать. The mind doesn't want to go in the kitchen and cook. The mind just wants to go to a restaurant and eat. Ум не хочет идти на кухню и готовить. Он хочет просто пойти в ресторан и поесть там. Mind doesn't want to chant the holy name. Mind just wants to sit and watch television or watch movies.
Ум не хочет повторять святое имя, он хочет лишь смотреть, сидеть около телевизора, смотреть фильмы. We have to beat the mind. We have to get it to do everything which is favorable for Krishna consciousness. И мы должны бить свой ум, мы должны заставлять его делать все, что благоприятно для сознания Кришны. Gradually we will develop the habit to be. И постепенно мы разовьем привычку. So that should be the mood, that we're not going to give in to the mind, we're not going to let the mind take us away from Krishna and Krishna's service. И таково должно быть настроение, мы не должны позволять своему уму отводить нас от Кришны и от служения Ему. Okay? Хорошо. Матери? Хорошо. All right. And any more questions there? Есть ли еще какие-то вопросы? No more questions. No more questions. Okay, so we'll finish here today. Hare Krishna. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Jai.